в рамках миссии BioSentinel НАСА отправила в космос дрожжи. CubeSat несет на борту два вида дрожжей. В рамках эксперимента будет изучаться воздействие космического излучения на развитие живых организмов в условиях дальнего космоса. Данные о повреждении генетического материала дрожжей будут использованы в научных работах исследовательского центра Эймса, посвященных защите организмов астронавтов за пределами низкой околоземной орбиты. Миссия продлится 9 месяцев. Это будет последний эксперимент по облучению дрожжей. Ранее, в 2019 году, исследователи подвергали дрожжи искусственному космическому излучению. НАСА также планирует отправить дрожжи на Луну, чтобы изучить, как на них влияет микрогравитация.